О, милиция. Это ты, Твист? Еще Да, милиция. это да. Ты на джипе, что ли? Нет, что хочешь? Ты издеваешься? Братан, я тебе что сделал? Я пулю с меня этим мразью, баба. Блин. Влад, с фермы не уходи, я еду. Кое-что сделаем. А сейчас на что копишь? На бизнес? Это ты? Да, бы. Ты это лезешь. Твой подсос уже? Ты мой подсос, Жен. Иди сюда, брат, иди сюда. Чё случилось? Ко мне подойди. Ко мне подойди. Отказан. Подойди, я тебе на дрон взлетишь, из коров бьешь. Сюда иди ко мне. Тебя забрать. Да подожди, я дам на его группу. А что ты сделать можешь? Чё, брат? Я вот это могу сделать. Да подожди, ты он с капрайса поставил. Твист оставил. А я с Рокет. А я с Рокет. И чё, блин? Давай оставь его. Это наши враги. Что? Чё, проблема? Я ж... Надо его брить, ты чё гонишь? Просто сними наручники и всё. Ладно, Кен, ты капрайсовский, я Рокет. Все. Спасибо за файт на каптах, но так не делай. Я обещаю, что это не спрашиваю, что ты можешь сделать. Не, все, братик, нет, нихуя. Чё? Чё? Тебе дальше кафе, как я сейчас стою? Все, братик, тебе ГГ, на любых трассах. Будешь задержан, 12-8. УК, повышение обстоятельств. Я не буду лезть, все равно. Прохлопу верхний слой. Газет из твоего кармана достану, посмотрю. Ага, 12-8, кстати, тоже не кинус. Ну смените на уроглаз, покажу, точку засуну, закрою. Пацан, если бы он общался как человек, то я бы его не кафал. Видишь, как он общается? Влад. Да, вы не можете. Вдвоем не будете вас больше. Аккуратно, иди пакет, я достану плаха. Я вас Братан, я ему сказал тебя отпустить. Нет, ну я хочу его отпустить, ты не видишь, как он общается? Зачем ты продолжал? Базару, ребят, вы стоите, блядь. Я ему сказал тебя отпустить, ты понимаешь? Все, нет, брат, ты не будешь вассом просто. Что? Это потеря доверия будет. Причина, которая потеря доверия, он мой кен, ты понимаешь? Нет, я ему... Так это ты виноват сейчас. Он меня кафит перед вами. Так я ему сказал отпустить, ты зачем шумишь? Он мой, блин, друг, и ты с вами. Че ты хочешь, блин? Не разделиться на... Какая разница, где я, блин? Ты должен тоже вести себя нормально. Тебе же сказали один раз. Влад, забей. Влад, это фрик, забей. Влад, это фрик, забей. Тут только ты виноват. Это фрик, брат, видишь, я его да, отпустить. Я даже ему сказал, да, что братишка, ты копайся, да, я рожу. Спасибо за файт, так далее, он тебя отпускает. Видишь, как он со мной общается? Это не человек. Таких надо задерживать. Давай фотку. Капец, тоже умный, блин. Че я буду сейчас на трех делиться, что ли?